В Мариэл подходит к завершению уборочная кампания. На сегодняшний день, помимо уборки зерновых и зернобобовых культур, завершается также заготовка грубых и сочных кормов. При этом аграрии не забывают думать и о реализации своей продукции. Самые актуальные цифры статистики в нашем материале. Уборочная кампания в республике подходит к завершению. На сегодняшний день практически закончена заготовка грубых и сочных кормов. Цифры статистики убеждают в том, что зимовка скота должна пройти успешно. Сено и сенажа заготовлено на порядок больше по сравнению с показателями прошлого года. Также активно идет и уборка зерновых культур. Средняя урожайность по республике по зерновым и зернобобовым составляет 28 центнеров с гектара. А это очень неплохой показатель. Плановые показатели практически всех районов говорят о том, что уборка плавно подходит к завершению. Во многих хозяйствах уборочную планируют закончить к концу сентября. Надо отметить, что каждое отдельное хозяйство делает акцент на возделывании определенных культур. Еще один важный момент. В районах республики активно возвращают к жизни залежные участки пахотных земель. После специальной обработки их засевают элитными семенами. Урожайность также вполне достойная. Сельское хозяйство – невероятно важная часть экономики не только республики, но и страны в целом. Ее развитие всегда ведет за собой и промышленный рост. Сельскохозяйственные показатели Мариэл этой осенью – смотрятся очень достойно. В республике появляются новые сельхозотрасли. Речь идет о льноводстве. А также есть четкие ориентиры на реализацию уже готовой сельхозпродукции не только на местном и российском рынках, но и за рубежом. Поэтому поступательная работа по совершенствованию агропромышленного комплекса республики будет продолжена.